Хорошо. Все. Летели. Летели, да? Ну? Где будем сидеть? Где Николя хочет с мамой быть? Что ли? А, ты смотришь, что здесь есть. Тут мамин телефон. Да. А это что? Ну, торопись, я заметила. А тут карандашики и фломастеры. Так. И тут маленькие ножнички. И еще фломастеры. Коля глазками. А я Лина. Очень приятно. Я Николька. А ты Николька, очень приятно. А это кто? Мама. Это твоя мама. Это твоя мама. Мама и Николя вместе. И пришли к Лине в гости. Угу. А тут у меня есть, да, столик такой есть. А там есть. Видишь что? Да, тут есть зеркало. Ты себя, наверное, не видишь в зеркало. Ну-ка. Вот. Тут есть зеркало. Ай, Николя. Ну-ка. Ты такая красивая девочка. Вау, какое у тебя платье. А туфельки у тебя какие? Ой. Ой, какие туфельки. Да, платье тоже красивое очень. Скажи, у нас период пати. Мы этим обедом. Ой. Потом сразу джинсы. Ой, какой фонарик. Ой. Скажи, в садике был йом-улядет? Машу. И получили подарок. Включается. Да, все, можно там релакс полный. И включается и выключается. Мама берет, мы соскучились по маме немножко обнять. Да. Хочешь я там с мамой сидеть? Или хочешь посмотреть, кто это там за дверью? Проверить, кто там есть. Да, да, бутылочка. Ты ее сама умеешь включать, открывать. А мама хочет пить? Нет, спасибо. А сумочка у тебя какая с божьей коровкой. Красивая. Девочка, все ворот. На самом деле сумки нам сегодня перепутали, потому что там вот девочку забирала бабушку, а выдали то, что осталось. А? Да, это рада, тюк-тюк? Да? Николя рада, Николя нравится. Тебе нравятся фломастеры тоже? Хочется собраться на маму, так сесть. Как мама села, мама нашла интересный себе стульчик. Особенный, да? Да, чтобы ты не упала хотя бы. Не-не-не. Да. Оп. Оп, ручкой. Оп, ножкой. Все, мы спешим. Да, котик. Никуда не спешим. Это что? Карандашики. Николечка, ты любишь рисовать? Ты хочешь порисовать? Да. Давай, давай порисуем. У меня есть, смотри, что? Есть листочек бумаги. Папа. А есть такая дощечка. Ты на чем рисовать любишь? На бумажке или на дощечке на такой? Я на бумажке. На бумажке. Ну так бери и будешь рисовать на бумажке. Вай, какая девочка знает, что ей хочется и что ей нравится. А, да, вон там Николя видно в зеркале. Да. Николя пришла и хочет рисовать. Вот тебе листочек. Так, какие тебе дать? Ты любишь рисовать карандашиками или фломастерами? Фломастерами. Фломастерами, вот такими? Да. А какой тебе дать цвет? У меня тут есть разные.
Ты какой хочешь цвет? Какой тебе нравится? Этот. Желтенький. Ну, бери желтенький. Хороший такой цвет, солнышко. Желтый. Я сяду тут рядышком с тобой, хочу посмотреть, как ты рисуешь. Ой, какой кружочек ты нарисовала, желтенький. Ты его раскрашиваешь? Красиво. Нет. Можно, мама, на этом столе даже можно рисовать. Даже можно. А дома, если нельзя... Я у кого-то научилась, берут толстую изоленту, приклеивают листок к столу, и тогда он не двигается, и еще изолента стол охраняет. А мы рисуем тут. Ты хочешь дать маме? Или мне? Ты мне даешь? Спасибо. Может быть, я нарисую тоже что-то? Да. Я нарисую цветочек. Да, цветочек. Нарисуем такой кружочек. А теперь лепесточек. И еще. И еще. И еще здесь. А еще здесь добавить тоже? Хорошо. Еще здесь добавить листочек? Так хорошо? Ты хочешь нарисовать тоже листочек? Ой, мама, мы вместе с Николей рисуем цветочек. А цветочек? Ой, ты его как красиво раскрасила. Да. Закрой. А хочешь ты закрыть? Да. Давай. А мне подержать? Хорошо. Да. На место положи ты. Ты тоже можешь. Ты очень большая девочка. Место положила. Ах. Ты видишь, да? Видишь, как мы с тобой тут встретились? Николя и мама встретили Лину. Очень приятно. Да, мне тоже приятно. Николя, можно включить твой фонарик красивый? Да. Да, он такой интересный. Да, мне... Спасибо, я рада, что ты мне разрешила. Смотри, давай покрутим. Это ж просто чудо чудесное. А? А он убегает. А кто поймает? А кто поймает? Ты поймаешь? Оп! Ой! Убежал. Где огонь? Где огонечки? Нету. Нету, нету. А где они? Где они? Вон. Кто огонечки поймает? Николя поймала! Нету! Поймала! Нету? Ой, а где они, огонёчки, где? Ха-ха-ха, ты их ножками поймала? А, не под столом? О-о-о. Ты их моешь, 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 моешь? Нету. Нету? А кто огонёчки найдёт? Я. Давай, иди ищи. Убежали, убежали. Ой, где огонёчки? Ты ищешь? Где огонёчки? Ой, я их выключила. О-о-о! А, ты хочешь ещё? Ой, не включилась. Надо ещё сильнее. Сможешь сильно-сильно вот так до конца. Ох, тяжело. А, ты хочешь их ещё искать? Ай! Ой! Ай,
Снегатель. Ну, вот где огонечки. И мама. Где мама? Ну, вот там мама. Да, ты видишь, ты хотела, чтобы мама тоже была в фильме, правильно? Чтобы все были в фильме, да? Чтобы все были в фильме. Все? Выключить теперь? Выключить. Ай. По частям гораздо чище сказала. Выключить не получилось. Вот сюда нажать. Получилось. Ах, получилось. Да. Николь, ты хочешь залезть и сидеть рядом с мамой? Нет. А что ты хочешь? Да. Карандашики? Все, мы фонарики уже не играем. И карандашики мы уже закончили, уже порисовали. И Николя сейчас смотрит, хочет с мамой посидеть. Николя, да? Нет, не хочешь сидеть. А что? Хочешь пойти с мамой полежать на пуфе? Тоже нет. И хочешь достать игрушку? Мама, у Николи есть своя игрушка. Как интересно, кто там у тебя? Кто там у тебя, интересно, что там? Ой, сейчас увижу. Это твои? Покажи мне, что там есть такое, покажи. Вау, это что за тетя? Кто это такая? Мне кажется, что это какие-то красивые принцессы. А еще тетя. Ой, это принцесса. Это. Смотри, что у нее на голове. Это же у нее корона. Корона. А что у тебя на платьице? Корона. У тебя тут тоже корона. Корона. Да, может быть, ты тоже даже принцесса? Корона. Да, наверное. Ой, вот что такое. Смотри, ты видела вот это? Это что такое? Луна. Тут есть даже луна. Как интересно. А вот это что такое? Что это такое, вот это, Николь? Что это тут такое нарисовано? Домик. Ах, это домик. А чей это домик? Моя домик. Это твой домик? А кто в нем живет? Я. Ой, нет, ты в нем не живешь, домик же маленький. А ты такое большое. Может быть, это домик, в котором живет принцесса? Да. Может быть. А где ты живешь? Здесь. Где? Здесь. В таком маленьком домике. А кто в домике живет? Кто там еще? Там, значит, наверное, есть в доме Николя и мама. А кто еще? Эмили. Эмили? А кто это Эмили? Эмили это тетя или это девочка? Тетя. Эмили это тетя? Эмили? Оторвалась. А кто же еще в домике живет? Мама, а кто еще в домике вашем живет? Кусь. Ай, кака. Оторвалась. Мама. Не страшно, котик. Оторвалась. Все хорошо, можно пользоваться. Давай посмотрим. Yeah, смотри, yeah. А ты обратно. Mm-hmm. Подожди. Мама, и Николя очень снять? Грустная, что оторвалась. Ты хочешь оторвать? Хочешь приклеить или оторвать? Оторвать хочешь. Тогда не будет домика, и не будет принцесс, и не будет луны. Может быть, приклеить? У меня есть клей. Давай приклеим, и будет домик, и принцесса. Да? Давай, Лина попробует найти клей. Ты поправишь. Попробует Лина найти клей. Садись, да. Сейчас будем клеить. Клеить будем. Спасать будем домик. Рега, надо, я забыла голос.
свой пенал. И Мерселу так гамьяс это. Конечно. У меня в пенале было все. Но я сейчас Лина принесет сейчас клей. Ты меня ждешь? Да. Мама, ты меня ждешь? Обязательно. Цветочек. Очень красивый. Ой! Что? Да. Там грязно? Нет. На этом столике можно рисовать. Ку-ку, ты рада? Ты смотришь, что Лина принесла. Ты умная девочка такая. Все понимает и все помнит. И все связывает. Так, я принесла специальный такой клей. Называется селотейп. Селотейп. И мы будем клеить. Что? Что мы будем клеить? Ага. Что мы клеим? Не клеим. Нет, не цветочек. Мы клеим твою бутылочку. Починить. Починим сейчас ее. Вот так, раз. Давайте мне поможешь, посчитаем. Вместе и приклеим. Один, два, три, четыре и пять. Бутылка! Бутылка починена! Бутылка как новая! Сто, мама, ты поняла? Что-то такое про глазки. Может быть, что может быть, ты хочешь... Это листочек. Ты хочешь этот листочек? Ты, наверное, его хочешь взять домой. Хорошо. А кому ты его дома покажешь? Папе. Папе покажешь. А кому еще? Маме. И мама уже увидела. А кто еще у тебя дома? Оля. Оля, подруга. Оля, это подружка. Ваня, подруга. Ваня, подруга Оля. А у вас дома есть еще девочка? Нет. Нету девочки. А у вас еще есть такая девочка, на тебя похожая. Как ее зовут? Николя. Николя, это ты. А еще как зовут другую девочку? Как зовут твою сестричку? У тебя есть сестричка? Она девочка? Девочка. Мама, ну скажи уже, как ее зовут, я еще не знаю. Кто спит с тобой в комнатке? Я Мишка. Мишка. А кто еще? Это. А Инбаруш? Инбар вашу сестричку зовут? Нету. Инбар дома, наверное, да? А, Инбар, это девочка у тебя дома. Твоя сестричка Инбар. Еще здесь. Инбар и Николь. Еще хочешь рисовать? Здесь. Давай нарисуем Николю и Инбар. И маму, и папу. Давай? Да. Давай. Мама и папа. Давай нарисуем и маму, и папу. Нарисуем Николю и Инбара. Кто будет рисовать? Я. Ты или я? Я. Ты будешь рисовать. На, рисуй. Папу нарисуешь, папу. Мама, Николя рисует сначала папу. Вау! Вау! Вот и она пишет. Она пишет Аба. Она пишет Аба, она так и сказала. Нет? Ты примеришь? Правда? Умница такая. О-о-о! Ты написала Аба, а я тут нарисую твоего папу. Хотя я пока что не знаю, как он выглядит. Нет, папа с ручками, вай! Николя нарисовала ручки и тело, и раскрасила папу. Yeah! Ой, получилось! Теперь кого еще нарисуем? И маму. Маму, конечно! Нарисуем сейчас маму. Мама с очками, как Ирина. Да.
и глазками, и улыбается. Это мама. Мама, мы тебя раскрасим, чтобы ты была красивая. Раскрасила. Теперь что? Да. Напиши, да. Напиши папа, напиши мама. Напиши. Конечно. Мама. Вот. Ой, как красиво. Вот такие приклеили селотейпом, это было хорошее. Ой, что такое? Ой, что ты расстроилась? Что такое? Ой, что у тебя тут накрасилось? Да. Страшно, мы все потом вытрем тряпочкой. И все будет чисто. Все. Я хочу еще дорисовать Николю и Инбар. Давай, Николя. Давай, Николя нарисуй. Давай. Николя, у нее на голове хвостик. Да, у Николя? Николя улыбается. У нее глазки, у нее носик. И ручки, и животик нарисует. Так, а животик, он у нее в платьице, да? Платье нарисуем, красивое платье. Длинное. Да, длинное платье, и животик есть, конечно. А тут у нее корона. Смешная получилась, да, картинка? Ой, что я, смотри, что я забыла нарисовать тебе. Ой-ой-ой, извиняюсь. Все замечательно. Забыла нарисовать ручки. Вот, ручки Николины. И я платье. А, ты платье раскрасишь, и хвостик раскрасишь, и личико раскрасишь. И ногти. И перо, и ногти, и пальчики. И животик раскрась. Я не ты только хочешь раскрасить платье? Да. И здесь тоже раскрасишь. Раскрась себе ножки. Ножки нет. Ножки не получилось, Ирина. Я нарисую тебе ножки. Я придумала. Вот так нарисую тебе ножки. Ножка одна и ножка вот другая. Вот. Раскрасишь? Да. Раскрась. Вот и две. Какая девочка, красиво ты раскрасила. А теперь Инбар. А теперь Инбар, конечно. Ой, Инбар. У нее голое лицо круглое. А какая у нее, какие у нее волосики у Инбар? Черные. У нее что? Черные. Черные у нее волосики. А у нее тоже такая есть на голове такая гулечка? Да. Тоже такая прическа у нее? Одна или две? Одна? У нее один хвостик? Да, один. Один или два? Может быть, у нее два или один? Один. Как у нее? Вот так? Один. Или вот так? Вот так. А, значит, два. У нее два хвостика? Да. А, хорошо. Один и два. А Инба, она веселая? Да. Или грустная? Веселая. Она веселая? Да. Тогда мы нарисуем, что она улыбается. Да. А сколько у нее глазок? Два. Два глаза. Нарисуем. Это вообще сокровище такое. Сокровище такое. А сколько у нее носиков? 10. 10 или один? Один. Ну, ты мне показала на пальце один. Ведь я поняла, что ты имеешь в виду. А сколько у нее ушек? Инбар. Да. Два ушка нарисуем, и тогда два ушка. Вот, Инбар, готова. 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 А поди кофту какой? Кофточку. Что? А кофту Лина забыла. О-о. Нарисуй. Эй, Лина смешная, забыла кофточку, да? Да. А, смешная. Ну, нарисуем. У Николи платье, да. А у Инбар... Кофточка или платье? У нее кофточка, да? И платье. У Николи, у Инбар тоже платье? Да. Мама, ну Николя хочет, чтобы я нарисовала платье. Хорошо. Ой, гадюк. Грязные руки. Ничего страшного, мама. Котик. Настроилась ты, что не грязная. Ты не любишь грязного, да? Да. Ничего.
Мама поддержала. Лина объяснила, что там происходит внутри. Так и не страшно. Все, вот руки. Май. Раскрасили. Ручки раскрасили. А чего еще не хватает у Нибары? Зонтик. Что? Зонтик? Зонтик. Зонтик? У тебя зонтика не хватает? Да. Нарисовать зонтик, да? Да. Ой, а почему нужен зонтик? Зачем? Зонтик. Зачем зонтик? Там папка. А, там идет дождик. И поэтому нужен зонтик. Да. Так, Николь, Лина, я нарисую зонтик, а ты нарисуешь кап-кап-кап дождик. Да, кап-кап дождик. Давай. Тебе зонтик. А ты давай рисовать дождик. Давай. Дождик пошел. И Николя гуляет с зонтиком. Ой, какой сильный дождь. На Инбар тоже дождик льется. Ой-ой-ой. Инбар может промокнуть. Ой-ой-ой. Дождик на Инбар. Ой, Инбар, ты будешь мокрая. Ой, Инбар мокрая. У нее нету зонтика. Нету зонтика. Нету зонтика, она промокнет. Если идет. Ты нарисуешь зонтик, мама. Николь ей нарисует зонтик, и тогда она не промокнет. Зонтик у Инбар, Инбар, вот он зонтик. А что еще у Инбар не хватает? Кап-кап. А, еще дождика не хватает? Значит, надо еще нарисовать. Вот и есть. Ой, смотри, чего еще у Инбар не хватает. Чего? Ой, что Лина забыла нарисовать? Зонтик. А зонтик? Николечка нарисовала. А что Лина забыла нарисовать? Коленки. Я забыла ей нарисовать коленки. И забыла ей нарисовать ножки. Ноги. Забыла. Да. Да. Нарисуем? Да. Ну ладно. Вот. Получилось. Получилось. Приятно, когда получается. Мам, Николя рассказывает столько разных своих эмоций, только что рисовали. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, неприятно. Неприятно. Не страшно. Надо помыть. Мам, надо помыть. Хочешь сейчас или потом? Можно попозже. Потом. Потом помоем. А, Николя не поняла потом, потом она это... хочет сейчас. Пойдем мыть? Да. Или здесь возьмешь салфеточку? Или салфеточку. Да. Ты хочешь помыть? Руки помыть. Давай, у нас же есть куда нам надо идти? Да. Куда? Никусь, спроси. Я вам покажу. Пойдем. Посмотрите, где есть водичка в кране. Идем. Открывай дверь, котик. Да. Мы за тобой. Пойдем. Правильно идет. А, лев. Лев. Да. Лев, мы с Николей идем мыть руки. У нее руки испачкались. Тут нету краника. Но тут есть костюмы, которые можно наряжать. И здесь, да, тут есть костюмы. Это такая цепочка. А вот там они.
комната. Это не наша комната. Та комната не наша. А эта комната наша. Ты хочешь посмотреть? Эта тоже комната не наша. Эта комната не наша. А эта? Ты хочешь книжку? Это я знаю. Значит, мы сейчас с тобой сделаем так. Мы сейчас прочитаем вместе книжку. Да. У меня книжки. Книжки. Тут наверху. Какие? Ты хочешь узнать, какие книжки? У меня есть книжка про кошку. Там. Давай. Обрадовалась, да? Обрадовалась по звуку. Да. Понятно, что обрадовалась. Да. Садись. Забирайся. Целование состояние души. Ой, это целование тут просто вообще. На весь мышар. Это котик. Значит, книжка такая. Одна кошка сидела на коврике. Сидела себе одна. И сидела. А тут к ней пришла собачка и села тоже на коврик. Какие глазки? Глазки большие там. Да. Ой, Коля, еще собачка. А потом пришла козочка и села тоже на коврик. Рядом с собачкой. Собачка, ты очень любишь книжки, я вижу. Да. Ой, куда они? Посмотрела, теперь я тебе расскажу. Подожди, я тебе еще расскажу, да? Расскажу. Пришла большая толстая корова и села на коврик рядом с собачкой и с козочкой. И с кошечкой. Ой, посмотри, что случилось с кошечкой. Ты видишь? О-о-о! Кошечка любит корову? Нет, не любит. Корова слишком большая. Кошечка боится. Видишь? О-о-о, она боится. Да. Она боится корову. Да. Потому что она очень большая. Коров-то большая и страшная. Да? А мы тут, значит, не страшно, да? Давай дальше. А потом пришел большой слон. Спасибо. Я делаю паузу, но не смотрю. Типа, продолжай. Ах, красивая. Посмотрите все на Николю с красивыми цветочками. Ку-ку. Где мама? Мама живая. Мама, посмотри где. Да, вот мама живая. Ты хочешь, чтобы мама была там. Николя, пойдем, я хочу тебе читать книжку. Идем. Идем, идем смотреть. Вот, смотрите. В книжке большой слон. Пойдем смотреть, что будет дальше. Что делает слон, Никуся? Что он делает? Да, кричит он, да? Как он кричит? Собачка, бай-бай. О, книжку... Николя, я тебя испугала. Я слишком поспешила. Старалась и переиграла. Большие вещи. Большие, и тут еще Лина прям. Ты хочешь уходить уже домой? Давай посмотрим, что сделала кошечка. Она всех зверушек испугалась. И она им сказала «Пс!» И все убежали. И кошечка осталась одна. Ай. Все. Она прогнала корову, прогнала козочку. Да. И ей стало хорошо и весело. Она больше никого не боялась. Да. Да? Да. Что кошечка? Улыбается? Нет, не было. Улыбается. Посмотри, она да, улыбается. Посмотри. Посмотри. Да, улыбается, и ты улыбаешься. Кошечка. Ай. Это веселая, хорошая книжка. Ой, бай-бай.
все, бай-бай. Но Колечка хочет идти, хочет. Не Колечка, мне кажется, чуть-чуть устал. Первый раз мы это тоже учтем. На самом деле уже у нас время, не знаю, это мы не обсуждали. Я как бы мисс Геррит 45 минут, ага. Но каждый следующий приходит как бы в час круглый, то есть как бы есть время на все аварии, обмен словами. Вау, это кто? Кто это? Понравилось тебе голосовка? Да. Тебе понравился единорожек? Ай, хорошо. Сколько у нас сейчас дисциплины права, дагеш на сказать, эмоции, на все. То меньше спрашивает, это что? Больше вот она же сейчас выразила целую гамму эмоций. Вот надо это... Ай, тебе нравится лев. Ой, как он тебе нравится. Как ты его любишь. Ай, лестница тебе тоже нравится. Как дома. Ай, у вас дома такая лестница. Папа нам построил. Какой папа молодец. Ай, это кит тебе тоже нравится. Её хвостик, если тебе и хвостик тоже нравится. Нравится тебе и рыбка, и хвостик. И цветочки тебе нравятся, и книжки тебе нравятся. Сколько тебе всего нравится. Поэтому и успеем так быстро. Он всё любит, всё, душа. Хвостик. Всё ты сложила, и это тебе тоже интересно и нравится. Да? Что тебе тут нравится? А? Николе нравится. А? Николе нравится? Ох, какая девочка. Ай, мама. Да. Увидела маму. Ай, Николя с мамой играет в прятки. Ку-ку. Идет коза рогатая за малыми. Подаю же, подаю же, подаю. И тебя, мама. Все, мама. Давай, осторожно, чтобы не упала. Идет коза рогатая за малыми. Я подаю, я подаю. Снова видно меня. Еще что? Еще коза рогатая. Давай. Идет коза рогатая за малыми. Хана-то!